Да. Короче, сейчас это сажусь, беру одну две с половиной нахуй и все, блядь. Я уже заебался, блядь. О, все выкинуло тоже к ебеням, блядь. Тебя? Я тебя вижу Да. пока. Ну это Ты пока ненадолго, летишь. блядь. Дай-ка я тебя убью. Пострелял. Сука, чё за наебалово, блядь? Ух ты, там инверсии какие-то. Это, наверное, тоже фантомы. Их тоже повыкидывало. Да походу, ну. Да, дедыч. Пиздос, блядь. Будешь заходить? Если инверсию не заводим, то здесь было летать. Да, и взлетаем. Да, я взял взлетаю. Да, над заводом. Разбегаюсь. Ну здесь свои. Так, я появился. Принято. Воронка, Артём, твоя до сих пор нарисованная. Как живая. Я ее не рисовал. Ее не выкинула. Воронку не выкинул? Нет. Ее подключение к серверу. Ага, взлетаю. Короче, мы летим с хиромантом к их филду и будем контролировать их, туда кто пошел. Вести табель, короче. Да. Вася, ты тогда этот на нулях будет, ага? Слетел? Понял. Нет еще. Мессер, я налево разбегаюсь. Герман, сразу курс бери, 80 где-то. Да я не взлетел еще. Сразу потом говори, зайду. Бери. А сколько получается истребителей дается всего? Г-20, Г-2 было 20 штук. А, Г-4, ну, нет, ну понятно, их очень много. Хрен убью. Ты главное. 20 карт, да, да, понятно. Но зачем на такую миссию задавать там по штук, наверное, по не более 10 будет. Зачем столько много? Буду контролировать бомбы. Если густого, ага, сколько много. Переназначь кнопку, Артём. Кнопку переназначь. Может, она у тебя дублируется, может, что-нибудь там сделал. Да я вообще ничего не трогал. Может, случайно нажимаешь как-то ее. Переназначь на другую кнопку, на пробел. Опять ил, блин, одинокий атакует. Я далеко. Блин, спускаюсь, короче, вниз. Так, их слетел. Сколько курс говоришь? 80? Ну да, иди на тот филд, где мы были. О, еще один. Ну,
Меся, кто тут наверху был? Давай вниз. Вниз. Понял. Ах ты же. Ты, Роман, ты или смотри, или может на склады пойдешь, тоже помогать им. На завод? Давай, может иди по парням. На завод. Давай, иди парням помогай. Так. Склады уничтожены, там поздно уже помогать. Так, значит тебе осталась колонна. Ну все, откройте колонну. А колонна, если только новая пошла, у нас же это же доехало. Да, это доехало. Сбил, да? Да. Их трое, что ли? Ну все, тогда сейчас что делаем-то? Да вот уже все. Колонну кройте. Так она же вроде на всякий случай, вдруг она там стоит. Надо слетать, посмотреть, кто там знает где. Ты сейчас поискать, стоит она там, не стоит. Опа. Спасать ее от глюков. Внизу посмотри, там, по-моему, еще инвентарь будет подобный. Артём, на связи? Да. Взлетаешь? Тем, кто на заводе будет колонну потерять. Да, колонну искать. На! Я там строю твоего. Да. Дайте мне тоже такой подходить. А вообще колонну имеет смысл вообще прикрывать, если она доехала? А другая не пойдет? Черт его знает. Да. Можешь спросить у них в чате, кто там шарит. Свяжите с колонной. Позвоните командиру колонны, блядь. Командир колонны красный. А пилоты уже все синие. Этот, сейчас кто-то полетел бомбить завод до ихни. Вода. Вася, тогда на прикрытие лучше лети. Рано. Набирают, наверное. У нас Хенг стоит, да? Да. Готовлюсь. Мне оставь, Артём. Чего тебе оставить? Ну ты же готовишься. Ага. Я что-то пиздец какой-то. Для храбрости. А ты про эту подготовку? Ну да. У меня что-то дома даже вообще ничего нет. Надо, кстати, сгонять. Зачем дома? Где в Хэнке должно стоять? Так, а получается, бомберы и штурмы у них только на южном филде, да, у них? О, на северном. Только на южном, наверное, не знаю. У них бомберы только на северном или на южном? А, илы с северного уходили, с Самойловки. Ага. Ну да, штуки-то и там у нас тоже. А, то есть они и там могут быть, да? Да, тяжелые только с южного, наверное, ну или только с северного.
Так, разбег. Я уже купил орешку. Ну, пристегнитесь, блять. Попкорн, орешки, все закуплено. Стюардесса есть? Стюардесса есть, да. Так. Зрелищ не будет, да? Эх. А ты какие хотел? Ну как же. Я наебнулся после взлета. Да не, хватит вообще для зрелищ, блин. Пошел выслеживать бомберные глюки. Сколько времени до старта-то осталось? Где-то больше получаса. Около полутора часов, по-моему, играем, да? Ну, около 40 минут осталось. Нормально. Сейчас все получится, у меня хорошая притча. Главное, бомбу не потеряй. У тебя недержание бомб. Так, я буду в район Калача. Сейчас. О, на нашем аэродроме. Блять, у нас на этом красных на филде много. Вижу, иду. На нашем откуда взлетал? На нашем, ага. Откуда да, на нашем над южным. Блять, валить нахуй надо отсюда. Так, ухожу на юг, блять. Давай, разгоняюсь. Нихуя. А налегко не метров. Тут целая на 3 километров два контакта. Просто пиздец. Ну они, наверное, над филдом. Над филдом. 4 контакта. 4 контакта. Так, вот сейчас там пара на кого-то. Убери пару. На меня. Двумя парами они, короче, входят. Да. Игорёк, не кидайся там на них. Высота. Все, сваливай. 3 с лишним. По карте не видно, блядь. Так, ну я вроде так. Принял. Я сейчас облако нахуй уйду, блядь. От греха подальше облако типа набираюсь. Инверсию давай, давай. Хуя его они мне тут достанут. Вижу, ребят, так, да. Понятно, не так, я по тебе вижу. Вниз ушли двое. Я оставшихся двоих сверху все буду пытаться снизить вниз. Все-таки высота у них сколько? 3 было. 2,5. Сейчас 2,5, 3. Сейчас одна пара вниз ушла, вторая чуть выше. Это вы про... Артём, выруби фару, а? Палишься. Ага. Куда они ушли? Они тут крутятся. Над филдом? Над филдом. А, да. Высота. Чуть северо-восточнее, северо-западнее от филда. Южного нашего. А, ну мы уходим на восток. Ага. Да, нормально, мы вообще высота 2. Наши? Наши 2. Кто стреляет? Наш? По нашему. Я такой тангаж. В смысле? Как
как-то он прям таким узлом. Захожу на стрелявшего. Блин, это северный или южный филд-то не открывали? Потому что нагрузка. Южный. 2000 на внешке. Не тянись, не тянись, еще раз за мной один лет пришел, он тоже просто может. Это. Вижу вашу карусель, падаю к вам. Вверху кто? Стрелял наш сейчас. Враг стреляет. Блять, как же я попаду-то? И комментарии. Я на красного. Вниз уходи, уходи вниз. Ухожу вниз влево. С тобой сейчас за мной один контакт идет. Два, да. А, все. Одного пробил. Есть. Лимит. Вижу. Но он еще работает, еще работает. Так. Заходит он, по-моему. Внизу кто его? Да, его прям... А, нет, все, он падает, по-моему. Падает. Есть еще, нет? Шесть у кого-то, что ли? Кто стреляет? 6 будет. 6 стреляет уже. Вверх вышел, внизу. Двое низко идет, нет? Опа! Опа. У меня еще двое. Колонна. Так, нашему филду еще пара подходит на карте, сейчас смотрю. К южному филду. Ага, вижу. А они прямо штурмовать, что ли, собрались от них уделать? Возможно. Они, скорее всего, не дают нам отсюда уйти, чтобы у них спокойно илы подошли к месту. Может быть. Полезно. Короче, решили его заблокировать капитально. Зены стреляют. А нет? Это разрывы. Да-да, зены стреляют. Стреляют зены. Он через облака к облаках. Это наш. Это не меня говорят, да? Тут пешка, блин. Чё они там вообще дрожат? Кто-то падает на него. Нас, наверное. Я падаю. Не попал. Да-да. Я снизу. Эй, блин, промазал. Вася, так, какой... за мной, а, за мной пешка, что южный аэродром. Да, пешка тянется. Высота там какая? Ноль. Подхожу, короче, помогу. Что-то анархия у них начинается. Одинокий его атаковал только что, вот пытался атаковать. Они что тут своими трупами решили все закидать, что ли? Ой. Ранили. Ох ты. Что сходи. Ой. Заходить можно или нет? Гори. Заходи, Ганя. Что, сбили, да, все? Так он пешку сейчас горит, не знаю, что с ним будет. Попробуй еще раз. Так, лучше прыгнуть. По идее, с таким дымом далеко не улетит. Если только там колонна, конечно, стоит, он может до нее дойти успеть. Я колонну свою искал, нигде не нашел. Сначала все, умер, видимо, сгорел. Отцепил, оказывается. Я отлечу, блядь. Жук слегка остужил. Игорёк, на связи. Вот ты вот рядом летишь, да, а не видишь, что у меня бомба опять куда-то одна пропала, блядь. Опа, не уследил, извини. Блядь, короче, заебался нахуй. Сейчас отштурмую так, блядь, да и все. С собой?
Да-да, блядь. Реально, хуйня какая-то творится, я вообще ничего не понимаю, блядь. Надо все кнопочки перепроверить, блядь. Реально. Нет, бомба не просто пропадает, блядь. Вася, я на посадку. Надо было трек включить на запись. Посмотреть прям. Ты понимаешь, в том-то все и фишка, да, что я лечу, я вообще кнопок никаких не нажимаю. Так карту иногда нажимаю, о, и все. Так, понял. Может быть, это оно и есть? Блять, ну тогда уже я вообще без бомб. Так, нет, вот блядь, смотри, бомба летишь, опять куда-то пропала. Летишь, нажимаешь кнопку, о, и бомба думает, о! Нет, сейчас опять бомба пропала, зря ты ржешь. Ну только сейчас пойду управление проверю. Так, управление вооружением. Мост поврежден. Ага, ребята самое работают. Так, может, это ты сбросил? Работал кого-то. Так, возможно устранил причину, бомба на какую-то кнопку на джойстике была повешена, которую я не нажимаю никогда, дополнительно. Блять, чё ж я сразу-то, сука, не проверил? У нас доступно 20 штук. И 18 фенькелей. Че, возвращаемся? Да-да! Это уже третий или четвертый вылет, блять, без толку все нахуй. Третий. Когда Вася, такого не было? Прям Вася, сегодня вообще где? Какой-то хуй победи, блять. Появляюсь, Ганя. Ах, сейчас, блять, с яками нахуй буду круто. Опа, еще один. О, у меня тут их много, блядь, смотрите. Где, где? А я тут в центре, нахуй. А, так, там. В центре это где? В районе линии фронта? Не-не, у них глубоко было. Андрей, сел? Опа, нами, короче, аэродром какой-то. Сажусь. Здесь не могу, сяду. Подожди, ну ты тогда потеряешь. А я перепутал. Да и похуй, там 20 штук. Да, нет. Самолетов много, блядь. Равно 20, а я на них. Я уже заебался просто летать как бездарный. Давай этот, Вася, где? Тут на аэродроме сижу. Давай с бомбами полетим тоже. Давай. Мне так нельзя, у меня. Я не один летаю на гербах. В смысле? Ну, а, я понял. Тереть нельзя. Танки-то пошли? Нет, рано еще, полчаса осталось. Я, короче, подхожу к этому. Так, у меня доступна не... самая большая 10-летка. Топливо тоже 100, да? Конечно. Так, бомбу взяли и полетели. По умолчанию, если что будет. О,
попала. Слишком отдымит. 2 секунды, кстати. Ребят, я с вами пойду в бомбу вниз. У меня не крутится кнопка. О, блин! Твои! Слушай, не смотрел, я не смотрел, блин. Я там месяц рвут. Чё было? Икс там зверствует. Да, тут толпой атакуют. Вася, что там? Вася? Спич. Ну я полетел, кажется. Это за меня сейчас, так. Что, круг дай? Догонять. Ёбаный, бля. Ладно, лети. Было так зрелищно. Про чё? Да тут случилось. Убийство? Что за дача будет? Ты к движке. Планируй хотя бы на свою территорию. А температура высокая. Вся жидкость вытекла. Не, ну я на свою территорию сбежал. Помощь нужна? Не-не-не. Уже нет. Я просто западнее шкворню.
Я умер. Сижу, жду штраф. На взлете капонирку просто заебал. Опа, наших зенитки срезают. Далее, кто сейчас сел, тебя ждать? А, кто сел? Нет, я за Артёмом сейчас подлечу. Крышка. Хорошо. Так, вы там следите за временем, сколько там осталось до этих танков? Когда они-то появляются? Теоретически минут 10-15, час 4. Ну все, уже походу надо лететь к нашим наземкам. Минут 20 осталось. Они заранее подлетят прям туда стопудово. Они заранее подлетят, как танки только появятся, они сразу будут их выносить. Надо заранее лететь туда. Так что выдвигайтесь, кто там сел, кто там взлетает. А где они появятся, известно, нет? Ну там же есть на карте. Танки, вон на карте. Подряд так 10, 7, 7, мы будем 4, защищать 7, 7. Или их не танки будем атаковать? И защищать, и атаковать. Так, мне атаковать танки нечем, я сейчас ухожу в точку давай. Защиты. Давай. Оборона, по-моему, тоже надо бомбить, да? Этими. Оборона, в принципе, танки могут вынести, но можно ее и бомбануть. Но как бы главное защитить. Так, короче, свои движка. Танки. Движка, вынести короче. Ихние. Ирды, блин, насажаю. Алло. Калач, это 343 квадрат. Это баг странный, самолет с карты пропал мой. Бред. Блин, на инверсию что ли ушел? А нет, не на инверсию, это хорошо. Братья.